В Майнкумском районе развивается предпринимательство и промышленность. Кроме крупных производственных объектов, благодаря поддержке государства развивается малый и средний бизнес. Так, в этом году в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» 13 предпринимателям было выдано льготных кредитов на сумму 160 миллионов тенге. В торговом центре, открывшемся в селе Муинкум, 15 человек нашли себе постоянную работу. Раньше они торговали на улице вдоль рынка, сейчас работают в тепле и со всеми удобствами. Здесь пока продается одежда, но в планах расширения. У нас разные вещи, разнообразные для детей, для взрослых и мужчин. Есть и обуви, и косметики для молодых. Продаем необходимые, у нас все дешево. По Муинкумскому району в этом году через различные программы развития бизнеса было выделено более 200 миллионов тенге. Эти средства планируется передать местным предпринимателям. Из них 75% для малого и среднего бизнеса, 25% на развитие животноводства. Проводим активную разъяснительную работу по государственным программам для тех, кто хочет заняться предпринимательством. Люди берут кредиты на развитие и открытие своего бизнеса. С этого года размер безвозвратного гранта гражданам, желающим начать свое дело, увеличивается до 1 миллиона 225 тысяч тенге. Сейчас по данному проекту удовлетворено 57 обращений жителей района. Ильдар Гизатуллин, Жамбыл Ньюс.